Настя, кто офигенный? Парк? Мы... Нет. У нас сегодня экскурсия по Москве. Да, Настен? Да, мы опять гуляем. Опять выходной. Так, мы знаешь где, Настя? Так, смотрите. Пушкинская. Вон там вот памятник. Вот там вот ресторан. Настя, а тут парк. Так что у нас сегодня прогулка. Вышли на волю. Да? Очень влюбилась в нем. Да. Впервые в Сэм, а потом в Москву. Все, мы пошли кофе пить. Так, мы с Настёной уже сделали все свои дела. Настя меня подождала, когда я была у зубного. И посмотрите, чуть поспала, смотрите, по какой красоте мы идем. Какие улочки.